Семья майора Костышина, его супруга, вдова Светлана и несовершеннолетние дети Александра и Руслана, они пострадали от российской вооруженной агрессии. На базе вот этого установленного юридического факта будет готовиться исковое заявление против Российской Федерации. Агрессор должен будет понести финансовые, так сказать, потери. По всей стране распространяем эту практику и помогаем не только советам, а от написания заявления и до полной победы, до результата каждому пострадавшему. Это все делается для людей бесплатно. И это наш фронт с Российской Федерацией.